Их очень много людей. Итак, мы в Пекине. Вот наш первый опыт. Печальный. Не знаю, еще. Может, еще не печальный. Пиво, кстати, неплохое. Ну, оно не пиво, ну, не очень похоже на пиво, но... А и чай не очень похож на тот чай, который мы пили. Он был очень сладкий, вот в таких финдюлечках. Вот. Только я так и не поняла, когда его пить надо было. Ну, раз они сразу принесли, значит, до того, как мы будем пить, да? Питайте. Вот. Вот это Сашечка у нас тоже уставшенький, да? Все мы уставшенькие такие. Да. Сидим в какой-то такой интересной кабинке. Побороли меню. Это с трудом что-то. Да, я не знаю, кто кого поборол. Это Лариса. Чай я уже выпила. Мне очень понравился. Он оказался совершенно не похожим на наш. Это Кирюша. Маленький чайчик по сёрбе. А пиво? Это мы пытаемся пиво. А он еще посмотрел, да, что пиво у нас какими-то козюками. С козюками пиво. Ну, бутылки. 15 минут мы бегали по ресторану в попытках объяснить, что хотим пиво. Говорили бир, на пиво. На меня. Что все что угодно, пока не нашли одну официантку, которая сказала бир, о, бир, бир, бир. И принесли нам наконец-таки пиво. С английским в Китае тяжело. Эти страшные, когда они засмеялись. А то у тебя торчало из вот этого, а то было части утки. А, вот это гусь. Это у нас гусь принесли. С черносливом, с каким-то, то какие-то грибы, никто ничего не понимает, кто заказывал, непонятно. Так, ну все. Может, оно вместе идет? Точно, скорее всего, оно даже раз вместе. Раз его поставили, так вместе. И а вот, смотри, и... еще идет. Это сюда же. Ой, какая красота, смотри, это все вместе. Это вот те палки, которые точно были похожи на еду. Нет. Мы едим что-то такое, не знаем, что это такое, но вкусное. Причем оно шевелится. Когда его кусаешь, пищит. Нет, оно мясо. Но оно мясо как с клешнями, с какими-то, как животное какое-то. Причем они все одинаковые. Судя по тому, что они одинаковые. Это либо... сказали гусь. А вот это рыбка, как из аквариума. И очень вкусная. Вот точно как вот барбусик. Вот такая рыбка. Ну, где она там? Ну, пока вкусно. А то пиво, да? Ну, хорошо, что мы хоть пиво взяли. Ну, мы знаем только, что это пиво. Но оно вкуса необычного. Нет, это нормального вкуса. Да. Вот мои мальчики. Едят непонятно что, непонятно чем, непонятно какого получается. Вот. Видишь, и схватили, и получилось. Ну, не всегда получается. Вон там он землеройка-то. Это долго и тщательно готовить. Попробуй этого дракона вырезать. Не, может, он уже здесь, на столе. Какая мысль? Что? Нам принесли просто, чтобы мы выбрали, какого дракона. Килька есть, а теперь вот смотри, что будет килька есть. Вот это у нас суп покажет. Вот ведь конек. Вот кто покажет, как конек. У ребенка вот... О, вот сейчас попер, подожди. И яйцо какое-то, или печень, или почка. Какие? Вон. Какое яйцо? Вот это. Это яйцо. Специально для мужчин. Специально для женщин. Конька нету, непонятно какая-то там. Это а вот, по-моему, куриная ножка. Как это? Ну вот. Перепелиная, какая же это курица? Ну я не знаю, какая-то. Мы не знаем, что вот это такое. Так это ой, нет, это не осьминог. Это шестеренка какая-то. Точно, как это шестеренка. Так это не осьминог, точно. Боже, а у меня вообще ужас. Смотри. Вот такая шкура какая-то шагреневая. О, это палец курячий. Это я люблю. А, ну да, он коготь. Коготь.
Тут для мужчин, а это для женщин. Вот это что-то такое-то дрянь. А потом вот это, глянь, вот это какая-то из слюни из какой-то сделана. Ой-ой-ой, как страшно. Я так боюсь есть. Что делать будем? Это Саша ест акулу. Рыба. Акула, конечно. Это снизу акулий ход. Да. Обалдеть. Что, вкусно? Так что мне можно кусочек съесть? Нет. Мне музыка их непонятна, скорее всего, отсутствием мелодии вообще, как таковой. То есть они издают звуки в определенной последовательности. Но мелодии при этом нету. Но оставить тебе вот этого, Лариса? Не, у меня же еще один кусочек есть, вот он. А, все. То есть мне можно его смело есть, да, вкусно? Саша, ты видишь? Кирюша, ты не читай вот это по-английски. Это же... Саша, так ему, наверное, какую-то деньги надо давать или не надо? Знаю. Так, ну мы готовы? Да. Мы готовы заказать. Sorry. Вот этот чай. Ну это один чай. Да, на, то есть один на такой, то есть три на трех человек. Один разорился. Это слезы нашего бухгалтера. Подождите, сейчас наши слезы будут. Сейчас принесу. Вот это начало нашего чая. Ну я думаю, что это не кипяток за банки стоит, надо пить все-таки. Может быть, это руки моют. С ручкой пусть. Ну лимона нет, конечно. Они все видят. Вот такую рубашку они классные. Чай у нас темнее не стал. Это у нас уже третий этап чая. Может, это действительно он постепенно становится более-менее заваристым. Mm-hmm. И к 40-й чашке он становится. Поэтому он стоит такие 200 юаней, потому что... Не 200, а 280. Ну, 280, потому вот что они вода? Пьют целую неделю. 280 юаней. Ну, вкус какой-то, конечно, есть. А может, и нету.